Три дня мы тут не были. После работы иду в надежде. В надежде найти наши спрятанные подосиновики. Сегодня 9 августа 2024 года. Посмотрим, что будет. Да, вот здесь я тоже ложил. Здесь было три подосиновика. Ну и достали уже. Ничего не осталось. Да, не все нашли конкуренты. Не было три дня у нас здесь, представляете? Они вырезали всю нашу поляну. Ну ничего. Мы заберем то, что никто не нашел. Ну, какие не есть подосиновики. Грибы-невидимки. Их никто не видит. Но мы их находим. Два. А вон еще один. А вон еще один. Вообще здоровяк. Кабан. Сегодня это кабаны. Вы не поверите. Вон он. Был бы типа двойной. Да, кабанчики. Может, здесь еще рядом. Вот видите, какой стебель толстый, да? Простого растения. Вон там он. Микроскопический подосиновичек. Сегодня у нас акт возмездия нашим конкурентам. Мы-то найдем. Такие красавцы, да? Красавцы. Не собраши. Не соврали их. Вот мы и малыша этого тоже заберем. Вот мы сегодня заберем всех. Сегодня будем мстить. Мстя наша будет страшна. Вот они. Вот они хоть. Ну и в принципе, да, улиткам. Ой, слизням тоже не будет пищи. Эти грибы нету. Мы просматриваем каждый миллиметр. Каждый. Вот он есть. Ну вот. Еще один закупыч. Даже не знаю, как правильно сказать. Ну, видите, его практически не было видно. Чудом увидел. Сегодня все чудесные, чудесные грибы. Чудом найденные. Ой, блин. Если вы представляли, где я. Я в самые дебри залез. Вот этих кустов. Да, вот в эти заросли не полезли. Там есть подосиновичек. Вон он. Далеко сидит. Ну, тоже кто-то, видно, хотел спрятать. Но я уже распрятал. Молодой подберезовичек. Вообще молодой. Вот такой. Ну, еще один малыш. Его кто-то не заметил. Вот. Малышей никто не замечает. Ну, может, они просто вылезли недавно. У нас, знаете, такая история была, что мы утром собирали, гриба не было. А вечером позвонили по нашим местам, прошлись люди. И говорят, малыши полезли. Часов 6-7 вечера. Вот еще один грибочек, который никто не заметил. Он был вот так вот, под листьями. То есть заметить его было сложно. Вот тоже не видно гриба. Как будто участок заметно. А он тут есть. Вот видите, да? Вот самый большой сегодняшний грибас. Вот опять, видите, нету гриба. Нету. А он есть. И снова. Еще один. Такой же вариант. Его нету. Вот. Малые пасеки такие. Их раздавить 5 секунд. Их никто не видит. Вот с той стороны его не видно. А с этой стороны
замесен. Вот три пальчика. Большой пальчик и маленький. Вот, смотрите, микроскопические грибочки. Совершенно, совершенно маленькие малыши. Вот, вы говорите, жадюга, жадина. О, сломал. Ну, ладно. Жадина, типа, грибы не оставляю. А вот забрали все наши грибочки. Здесь такие места очень открытые, что с дорожки люди видят все это. Вот я их тоже заберу. Вот заберу такие маленькие. Где-то здесь еще были. Очень... А, чуть не раздавил. Сейчас. Ой. Вот самый большой грибочек. Очень большой гриб на сегодняшний день. Самый достойный. Самый достойный. Но рядом он еще, видите? Его не видно. Но мы сюда уже не придем. Ну как не придем? Придем когда-нибудь. Ну, может, через неделю. Вот такие пальчики. Супер пальчики. Микро. Вот еще один микроскопический грибочек. Очень похож на маховик какой-то. Ну что, понятно, какой он маленький? Я вам сейчас покажу. Вот видите, листики какие. И какой он. Но. Однако, я еще не заметил вот такого красавца. Есть в малине, в крапиве. Такой ничего, такой парниша. Может, тут рядом еще что-нибудь есть. Короче, здесь должны пойти скоро. Вот именно по малиннику. Будем ждать. Да, вот основание куста тоже никто не мог заметить, потому что заметить его очень сложно. Вот он. Очень просто сложно, я сам чудом его заметил. Вот такой молодничок, маленький красавчик. Может, еще что есть? Вот, еще один малышочек. Да, вот они, травнички. Сидят по траве. Сюда мало кто добирается. Да, увы, ну, как вы видели, наших больших подосиновиков не было, средних не было. Были маленькие микроскопические подосиновички. Мы их забрали. Ну, а что делать с ним? Они подрастут, у нас здесь не будет выходные. Они подрастут, и кто-то зарежет. Зато мы их заберем и закатаем именно в таком виде, в каком они есть. Вот такие малысы будут. Они еще в три раза уменьшатся и станут ноготочками. Ну, тоже как эксклюзив. Все, грибные войска Беларуси, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Хороших вам грибосборов.